все в порядке. Помните, на 11-й минуте уже Андерлехт остался в меньшинстве. И без того ехали играть там стадион Зоуа. Они травмированы, но действительно тут игроками стартового состава. Далеко Сейльс выбивает мяч. Пара защитников. Бороться с ними вверху нет смысла. Вот такие моменты могут быть. И пожалуйста. Теодорчик пошел. Ну, здесь Буатен. Воздух, как обидно. Потеря неожиданная. Да. Кипера. Повезло, разумеется. Андерлехту быть. С футболистами вот то, чего не было у Карло Анчелотти. И еще диагональ. Тиаго. Которому, ну, конечно, очень сложно попасть в состав этой позиции. Мацузельсу. И он отправился в Андерлехт. И опять на... Ох, какую зону Лавандовский располагается. Здорово. Оп. Ну а... С великим жест от болельщиков и, скорее всего, Баварии. Подача. Все-таки угол их рядом. Немецкого клуба. И вперед. Так. Тяжело было, Теодорчик. Что? Ну, вы смотрите, что делает. Бегут вперед, и в атаке с Пажичем мы видели, только вот Кара никуда не ходит, и Дешахт предпочитает сидеть. Здорово, здорово, все придумал сейчас Геркинс. Знаешь, что вот сразу руки вверх они не подняли. Идут и идут вперед, Апиа, подача, опять момент. Молодцы. Отличный футбол показывает Андерлехт. Давай. На ближнюю, здорово. И на опережение поляк сыграл. Бавария. Ой, вот. И так, и вот так. И еще и... Из Сенегала. Судьба его забросила. Турчик. Ну на тебя же. Аньякуру смотрит. Со скамейки. Все-таки недостаточно травмированных футболистов. Вот еще и лидер команды. Его команда играет в шикарный футбол. И еще момент имеет. Вот, пожалуйста, Кумс, Геркинс, они выдвигаются и не дают быстро пройти. Буатенг. Великий мастер объема. Третий Видаль, 10-й Робин. Алькантра играл. Помогать тому футболисту, из-за которого это был один из них. Пока посмотрим за Хамисом. Подача. И выходит Варик к началу второго тайма против сегодня тяжелого Андерлехта. Справа. И у него очень интересная химия получилась. Очень серьезную кампанию проводит. По... привлечению Лавандовскому сменщику. Чтобы они вместе... Ну, просто невероятная стена. Бавария потеряла... Ну, вы спросите, а с кем играть Андерлехт в следующую игру? А я вам скажу. И все было готово для второго мяча Лавандовского. Буатенг. Пора выпускать... Берлагу. По крайней мере, так нам никто не мешает рассуждать. Вопрос только в Андерлехте, как они его воспринимают. Кользнул своей ногой, никак не сверху. А
А у нас желтая карточка. О, между прочим, кому? Еще одному блондину на поле. Жерому. Потому что есть что праздновать. Бавария так настырно себе. Так. Команда в Бельгии. Куда, собственно, он и переехал. А после уже контракт с... Ну, в домашнем чемпионате его очень хорошо знают. Конечно, боссы жалеют, что этот сезон они начинали с другим главным тренером. Пурпурный все изменил. Сегодняшней встречи у меня большие сомнения, что в глаз и Рюдин, и Мех. Боатенг. Поле против Баварии. На своем поле. Маникуру. Перекусывает все. Так, кричат со скамейки. Харбуи. И... Ах, чуть не повезло. И здесь уже везет Баварии.